Сегодня к обзору мне попались конфеты Труффино Коконат. То бишь труфели с кокосом. Торговая марка Татко. Татко, да? Да. Куплено в Украине. Это, наверное, Турция. Сделано в Турции, скорее всего. Куплено в Украине 160 гривен килограмм. Здесь ничего нету, да? Изготовитель. Ну хорошо, разрезаем. 160 гривен килограмм, это где-то около 4 долларов. Так, ну что, вафелька с начинкой какой-то. Ну, чай будет хороший. Кокос сверху только.